Усіх вітаю ви на каналі Сейчас мене звати Ангеліна Пичик і прямо зараз разом зі мною Дмитро Гудков, російський опозиційний політик. Дмитрій Геннадійович, привітує вас. Да, Привіт на початку розмови. Друзі, прошу вас підписатися, якщо ви досі не з нами, і так само поставте лайк цьому відео, щоб його побачило якомога більше людей. Дмитрий Геннадійович, я начну з такого общего вопроса. Як ви восприняли победу Трампа? О чому подумали, коли узнали результати президентської гонки? Я подумал, что все стало слишком в мире непредсказуемо. Вот. С одной стороны, может произойти всякое, с другой стороны, конечно, наверное, и Соединенные Штаты Америки, и Европа, все как, как бы нуждаются в, в каком-то толчке и переменах. Потому что было слишком много слов, мало дела. Мне кажется, что приход Трампа создаст некую движуху, она может пойти в разных направлениях. Вот, но движение лучше, чем, так сказать, стагнация. Вот даже если это движение будет не в правильную сторону, то через 4 года у Соединенных Штатов Америки будет возможность продолжить эту движуху, но уже в другом направлении. Ну, хотя посмотрим. Я знаю, чем это все закончится. Но мне кажется, что мы находимся а, накануне каких-то там масштабных перемен. Чего вы больше всего опасаетесь, в ближайшие 4 года? Ну. А если будет э, отказ от политики я бы так сказал, да, если Соединенные Штаты Америки э, замкнутся в себе, построив всякие разные барьеры, то тогда, конечно же, э, конкуренция между цивилизацией и варварством может закончиться не в пользу цивилизации. Вот чего я опасаюсь. Я сейчас говорю не только про войну в Украине, про Ближний Восток и про Китай, Тайвань, Северная и Южная Корея и так далее. То есть, если э, зло не получит отпора, да, то значит это зло будет умножаться на нашей планете. Сейчас все больше появляется новостей о команде Дональда Трампа, и, судя по всему, там усиливаются позиции сторонников скорейшего прекращения помощи Украине. Ну вот, если смотреть на информацию от Нью-Йорк Таймс, Трамп намерен номинировать сенатора от Флориды Марка Рубио на пост государственного секретаря. Ну а в апреле нынешнего года Рубио был одним из 15 сенаторов-республиканцев, которые голосовали против выделения помощи э, Украине. Ну и также по данным СМИ собирается Дональд Трамп предложить члену Палаты представителей Конгресса США, республиканцу Майку Уолцу, стать советником по национальной безопасности э, в новой администрации. И Уолц уже, э, вспоминают журналисты, говорил ранее, что эпоха когда Украина получала от Конгресса чек с непроставленной суммой, закончилась. Он также призывал остановить Россию до того, как она втянет войну НАТО и, соответственно, Соединенные Штаты. Дмитрий Геннадьевич, как вам кажется, вопрос помощи Украине, он вообще будет стоять на повестке дня в администрации Дональда Трампа, именно денежной помощи? Очевидно, да. Uh, и здесь все-таки нужно всегда в демократических странах делить на двое на то, что было сказано, особенно в период избирательной кампании. Uh -huh. Значит, хочу обратить внимание, что из 60 миллиардов долларов, которые Америка выделила на помощь Украине, 37 миллиардов, по-моему, если мне не ошибаюсь, если мне не изменяет память, 37 миллиардов uh, были направлены на военно-промышленные предприятия Соединенных Штатов Америки. Поэтому надо понимать, что там огромный потенциал а, для того, чтобы эта помощь сохранилась. Да, и большой интерес а, у целого ряда компаний, штатов и так далее. Это первое. Второе, здесь нужно понимать, что речь идет а, а, об обещаниях Трампа закончить войну. Это значит, что он будет вступать в переговоры с Украиной, с Путиным. Да. А, думаю ли я, что Трамп сможет быстро договориться с Путиным? Честно говоря, в этом очень сомневаюсь. И э, дело в том, что и Трамп, и Путин привыкли разговаривать с позицией силы. Да, у кого больше силы, когда встречаются две неуступчивости политические, то тут побеждает, да? явно не у Путина. Поэтому я совершенно не представляю, э, что это будет за диалог. Э, я не представляю, какие будут последствия, если они не договорятся. А если мы вспомним и другие заявления Марка Рубио, они были достаточно жесткие в отношении Путина, в отношении российского режима. Поэтому неизвестно, чем это все закончится. Мы находимся в зоне турбулентности и неопределенности. Также Илон Маск становится довольно-таки влиятельной фигурой в окружении Трампа. Вот NBC News пишет, что кадровые решения, что именно Маск может влиять на кадровые решения Трампа. И нас уже даже предполагают, что, возможно, Илон Маск будет предложен как модератор на переговорах Украины и России. Что вы об этом думаете? Может быть, все что угодно. Но подчеркиваю, это никак не, не меняет, так сказать, моему, моего отношения к этому этапу как к этапу неопределенности. Mm -hmm. Потому Хорошо. что я, mm -hmm. талантливый предприниматель, прям очень талантливый, снимаю шляпу и вообще считаю, что вот, вот таких просто, ну, наверное, и нет больше в мире. А, но предпринимательство и политика разные вещи, так же как политика и дипломатия это разные вещи. Поэтому, ну, давайте посмотрим. Um... Как вы думаете, как в Кремле могли, могли отреагировать на победу Дональда Трампа? Если смотреть на выступление Путина на Валдае 7 ноября, кажется, у него было хорошее настроение. Я думаю, что точно так же, как и я. Они тоже понимают, что будет дальше. Ну, я нахожусь сейчас в Берлине и принимал участие там, в разных встречах с дипломатами. Я могу сказать, что, ну, в общем-то, никто не понимает, какие дальнейшие шаги будут у администрации Трампа. Соответственно, при этом все прекрасно, все себя дают отчет, что сейчас Путину, ну с учетом того, что у него есть люди, которые готовы за деньги воевать и больше, чем в Украине. Да, денег у Путина больше, чем в Украине, 130 миллиардов долларов на следующий год заложены в бюджете и путин может еще увеличить там на 2 процента ввп военный бюджет и вот мы сейчас подготовили доклад это наш Tank кейс где алексашенко иноземцев некрасов мовчан вот наши экономисты ну, в общем, дали, дали прогнозы по, по российской экономике и несмотря на там, то, такие разные сообщения медиа то масло исчезает еще что-то по макроэкономическим показателям ну все достаточно еще стабильно и на долгие годы, то есть Путин может спокойно продолжить финансирование всех своих военных расходов, и речь не про месяцы, а про годы. Поэтому, если у Путина есть деньги, если у Путина есть пушечное мясо, если Путин даже наступает, да, то очевидно, что ему сейчас прекращать боевые действия в этих условиях, когда Украина недополучает да, финансирование, ему невыгодно, потому что, как он считает, на него, да, значит, что у него через год может быть еще лучше переговорная позиция, и торговаться с Трампом он будет не только за Украину, а он будет требовать какую-то глобальную сделку, то есть, грубо говоря, СНГ мое, там вы туда не лезете, вот такие санкции вы отменяете, тогда я готов там пойти на какие-то уступки, вот. Вот о чем идет речь. Поэтому, если Трамп думает, что он прям легко с Путиным договорится, ну не знаю, готов ли он Путину что-то серьезное взамен предложить. Пока я сомневаюсь. А если он не договорится, то что он будет делать дальше? Он может э, дать больше оружия, больше денег. Вот. И тогда это будет уже другая ситуация, тогда будет идти давление э, со стороны Америки. А какие будут э, выстроены отношения с Китаем, а это тоже э, влияет на ситуацию там в мире очень сильно. Подчеркиваю, мы пока ничего не знаем. Трамп э, сформирует администрацию, придет к власти в конце января только. Поэтому сейчас мы будем только вот гадать и какие-то сигналы получать, интерпретировать эти сигналы. То есть, по сути, Путин сам создал такую модель управления страной, при которой ему невыгодно, чтобы приостановка боевых действий была в ближайшее время. То есть вопрос, на чем будет держаться российская экономика, если не будут отменены санкции? Санкции никак не вредят российской экономике. Ну, то есть они вредят э, в долгосрочной перспективе, mm -hmm. но э, российская экономика, она существует благодаря тому, что продается российская нефть по очень высоким ценам. Все, точка. И ничего с этим Запад сделать не может и не сможет. Поэтому, более того, санкции привели к тому, что они заперли в России все капиталы, их никто не может никуда вывести, потому что везде санкции против всех россиян, не только против россиян под санкциями, против всех. Вот. Поэтому деньги остаются в России. И никуда не из России. То есть Путин зарабатывает деньги, продает нефть. И эти деньги, все капиталы сохраняются в России. Раньше был отток какой-то. Сейчас он из-за санкций этот отток. Закончился. И э, из-за санкции, теперь многие люди, инженеры, айтишники не могут никуда уехать. В итоге прекрасного Путина все это есть. Инженеры делают ракеты, айтишники делают софт для этого. Вот. Э, поэтому, как, какие санкции? Путину сейчас санкции даже выгодны. 300 миллиардов замороженных активов ЦБ да, это чувствительная санкция. Но читайте наши доклады. Путин на гораздо большую сумму отнял денег у иностранных инвесторов. Вот и все. Поэтому он сравнялся. В конце лета, если действительно вспомнить заявление Путина на там на очередном заседании с членами правительства, по-моему, он говорил о том, что главное условие развития России это продолжение войны против Украины, что мол, благодаря военно-промышленному комплексу экономика Российской Федерации продолжает расти хорошими темпами. То есть Здесь тоже вопрос: а зачем тогда он лицемерит? Зачем он говорит о том, что они хотят прекращения войны, о том, что они готовы идти на какие-то либо там переговоры, сделки и тому подобное? Что происходит? Как, что что как, что это за игра? Это они готовы, безусловно, только на каких условиях они готовы? Mm -hmm. Да, насильник, там агрессор, готов прекратить акт насилия, акт агрессии? Да, если там жертва, так сказать, готова будет пойти на как бы любые требования, отдать все, что можно, еще в придачу, отдайте еще в придачу, так сказать, несколько государств постсоветского пространства и еще снимите санкции. Ну, ну и что? Что значит готов? Это, это его, хот... его переговорная позиция. Вот. Он заявляет, что он готов, да, но только вот, пожалуйста, мои условия выполнить. И дальше он выдвигает невыполнимые условия. Вот и все. Такая обычная, так сказать, бюрократическая, дипломатическая игра. То есть отдать четыре области с последнего, что говорил Путин. Что-что? Четыре области отдать Путину. То есть на этом он стоит, как мы понимаем. Я думаю, там среди требований и территориальные уступки, и... Значит, замораживание, так сказать, вступление в там лет на 20. И, скорее всего, запрет на формирование каких-то там, какой-то армии боеспособной. Вот. Плюс еще много всего-всего даже с Украиной не связано. Может, он там попросил Приднестровья, может, он, так сказать, выдвинул требования, чтобы Армения и Грузия остались под Мы, мы не знаем, какие там требования. Но я предполагаю, что Путин будет какую-то большую сделку требовать. Это не, не будет касаться только Украины. Угу. Ну тоже, если посмотреть на, на ситуацию с другой стороны, предположим, что там сделка состоялась, происходит прекращение боевых действий, просто предположим, вот здесь тоже посмотреть, ведь вот сейчас, да, на фоне войны, продолжающейся российской агрессии против Украины, Путин усиливает свое влияние, да, на фоне вот этих внутренних репрессий в России. То есть его режим укрепляется. А сможет ли существовать путинский режим, если не будет вот такой войны в классическом понимании? Ну, это будет зависеть от того, как он из этой войны выйдет, да, какие санкции сохранятся. Ведь надо понимать вот что. Это, кстати, в нашем докладе написано, как главный. Даже в случае а, приостановления боевых действий, а, милитаризация российской экономики продолжится. Почему? Потому что у Путина нет никаких вариантов. Он будет, а, во-первых, пополнять запасы там, оружия и прочее, прочее. Во-вторых, военные а, а, расходы, ну, деньги, которые идут людям, люди с этими деньгами идут на рынок, значит, это укрепляет а, потребление ну и в общем-то дает вот этот вот рост экономики. но здесь надо понимать, что этот рост экономики он такой немножко странный, да, потому что когда ты вводишь, не знаю, там ракету, да, или там еще что-то, вот, деньги деньги на рынок поступают в виде зарплат, да, а товар потом куда-то испаряется, да, и что происходит? денежная масса становится больше, вот, и это приводит к инфляции. Соответственно, вот и проблема российской экономики – это высокая инфляция и отсутствие кадров, трудовых ресурсов. Вот, соответственно, если закончатся боевые действия, с трудовыми ресурсами будет чуть получше, потому что люди будут из, так сказать, военной сферы в гражданскую вернуться. Ну, а и будут дальше военные расходы продолжать. А у них нет никакого варианта другого для, для роста экономики. То это будет ну, постоянно вести к, значит, к инфляции. Инфляция, естественно, это э, снижение доходов населения. И вот это будет как бы такой цикл. Ну вот теперь представьте, что Россия после перемирия с Украиной э, укрепляет свою, так сказать,... Э, военно-промышленный свой военно-промышленный комплекс постоянно, да, и при этом а, все время возникают разные социальные проблемы внутри страны. Просто ну, это очень такая опасная страна, да, в которой пушки, так сказать, производятся, а население а, нищает, да, и ну, ты должен населению что-то как бы либо заткнуть, либо что-то предложить. Вот в условиях, когда у тебя милитариз, милитаризированная экономика, ты ну рано или поздно опять в какую-то авантюру внешнюю э, скатишься. Во, вот как бы в чем опасность. Поэтому мир может оказаться на деле просто временном перемирием. <сёк> Но даже к этому так называемому временному перемирию, как могут относиться там те же генералы, да, которые присосались, скажем так, кормушки, которые получают миллионные пособия или я не знаю выплаты какие-то из бюджета Российской Федерации. Вот вызовет ли у них это какое-то волнение? Также элиты там в Кремле? как они на это смотрят? То есть не будет ли, скажем так, дестабилизации ситуации политической в России в случае окончания войны? Нет, потому что деньги на военно-промышленный комплекс будут выделяться. Генералы продолжат эти деньги, так сказать, осваивать. Просто будет меньше денег на похоронные там тратиться, да, на какие-то выплаты солдатам. Вот. Это значит, что все военные расходы с половиной там семи процентов ВВП на 1% процент снизится. Это даже будет в принципе и, и эти заработают, и кто-то еще и не погибнет, и и э, даже будет внутренний спрос повышаться за счет этих выплат. Поэтому мне нет, здесь два-три года экономика будет тратить много на военные всякие разные расходы. Вы сказали о том, что вы находитесь в Германии. Сейчас эта страна готовится к досрочным выборам. Сразу mm -hmm. после оглашения результатов президентских выборов в США в стране mm -hmm. развалилась коалиция. В ночь, по-моему, на четверг немецкие политики собирались для того, чтобы, скажем так, закрыть дыр в бюджете на антикризисную встречу. Не получилось. Сейчас один из кандидатов на канцлера Германии, его зовут Фридрих Мерц, заявил, mm -hmm. что в случае... В случае своей победы установят ультиматум. Если партнеры согласятся, то у России будет 24 часа для прекращения боевых действий, иначе этот кандидат, господин Мерц, предоставит Украине все необходимое вооружение, в частности Таурус, для того, чтобы наша страна могла наносить удары вглубь Российской Федерации. Как воспринимать это заявление? Исключительно как предвыборное. Не только предвыборное, естественно как как предвыборное заявление нужно рассматривать, но при этом я общался со многими депутатами как раз партии Мерца, да, ХСС, Могу сказать, что, ну, внутри фракции там достаточно сильное настроение о том, что Германия должна а, укреплять, так сказать, оборонную промышленность. Поэтому в любом случае, да, после выборов мы увидим, если а, очень высокие шансы, что партия КДССС выиграет эти выборы, сформирует коалицию с большой долей вероятности. Я предсказываю на увеличение военных расходов. Уж дальше как это распределяться, мы посмотрим, потому что все равно, конечно же, от позиции США будет многое зависеть. Но настроения в ХДС-КСС вот именно такие. Ого. Ну, то есть это более такая радикальная позиция, нежели была у канцлера нынешнего, э, господина Шольца. Э, это очень интересно, к чему это может привести, но тем не менее, вот как вы расцениваете заявление Шольца, который там уже, э, по сути, заканчивает, скорее всего, свою карьеру как канцлер, да, о желании э, поговорить по телефону с Путиным? То есть как это воспринимается в политикуме, о чем Шольц собирается договариваться с Путиным? Ну, я вообще никак не реагирую, потому что, очевидно, Путин его воспринимает как хромую утку. Ни, ни о чем договариваться с Шольцем не будет. Потому что, а, ну, даже, по-моему, сегодня с утра я прочитал, что отставка произойдет до Нового года, даже не, не mm -hmm. до 15, по-моему, не 15 января. И чтобы были выборы, это произойдет раньше, и выборы могут быть уже там в начале февраля. Угу. А какие э, настроения там по поводу ультраправой партии, которая выступает против поддержки любой Украине? Ну, она в Восточной Германии, там, понятно, в некоторых районах набирает достаточно приличный результат, то есть это уже не маргинальная партия, вот, но при этом все равно, ну, судя по рейтингам, у нее нет шансов выиграть и занять место в какой-либо коалиции. Угу. Дмитрий Иванович, вы говорите о том, что есть... Скорее всего несколько вариантов. Это первый, при котором удастся каким-то образом договориться. Это еще будет многое зависеть и от Трампа, смотря какие условия будут выдвинуты, да, какие там компромиссы и так далее. Но второй вариант, при котором ну, не договариваются, и скорее всего там Соединенные Штаты Америки могут дать Украине больше вооружения э, для того, чтобы противодействовать российской агрессии. Эм, скажите, вот, вот. Где здесь красная линия заканчивается? Как вы думаете? На что способна и администрация, и Европейский Союз? Возможно ли, вот, скажем так, выдача всего необходимого вооружения в случае, если не будет достигнут компромисс? Здесь нужно понимать, в каком состоянии находится военная промышленность западных стран. Угу. Вот просто так в течение там, ну не знаю, какого-то короткого срока. Запустить все это невозможно. Ну, потому что экономика выстроена таким образом, что наиболее квалифицированные кадры, они занимаются, там, не знаю, производством чего-либо, но не связано с военно-промышленным комплексом. Вот поэтому запустить там серийное производство каких-либо снарядов, оружия, это прям, это огромные, огромные проблем. Я не могу сказать, что даже если будет принято решение, это значит, Украину завалят там оружием. Я не уверен, что оно есть в таком количестве. Вот. Или там в таком количестве, чтобы можно было давать спокойно Украине. То есть это в любом случае, ну, история это достаточно сложная. И тут есть, я просто сейчас не хочу уходить в детали, мы подробно с экономистами обсуждали. Понятно даже, почему это происходит. То есть даже трудовые ресурсы из гражданского но с частного бизнеса, военно-промышленный комплекс в демократических странах вот так вот просто, вот вы не сможете перебросить. Вот. А если туда придут э, низкоквалифицированные, то вы ничего и не произведете толкового. Ну, я сейчас не хочу в детали уходить, но то есть это не, не так все будет просто. Вероятность э, mm -hmm. ядерной войны, она выше, может быть, при, при Трампе или, или нет? Ну, это все гадание на кофейной гуще. Это как э, мне больше нравится ответ из анекдота, да? Какой шанс встретить НЛО? 50%. Почему? Ну, либо встретишь, либо нет. да Шанс какой? 50%. Либо да, либо нет. Сейчас тоже издание «Верстка», по-моему, написала информацию о том, что, скорее всего, Путин не пойдет на какие-либо переговоры до того, как не попытается восстановить контроль над частью Курской области. Сейчас мы читаем новости о том, что Путин, за Телеграф пишет, Путин дал приказ генералам вернуть Курщину под контроль до 20 января, когда будет инаугурация Трампа. При этом сообщается, что российские вооруженные силы уже третий день проводят крупномасштабную контрнаступательную операцию, пытаясь вытеснить украинские войска. Однако это наступление обернулось неудачей, если не сказать катастрофой для России. Такую оценку событиям дает военный обозреватель Бильд Юлиан Рёбке. Скажите, пожалуйста, а что будет, если Путину не удастся освободить Курскую область? И как вы думаете, с чем связано то, что даже с помощью этих северокорейцев у него это до сих пор не получается? Что это означает? Я думаю, что в любом случае до инаугурации никаких переговоров не будет, потому что Трамп мандат начинается только после. Вот. А то, что Путин будет улучшать свою переговорную позицию до этого момента, вне всякого сомнения. Поэтому все силы он сейчас бросит. А дальше уже как, получится или не получится. Поэтому все будут сейчас пытаться эту переговорную позицию усилить. Ну, от а Скурской области. Ну, вот вы думаете, что его попытают, то есть пока он не освободит, он не сядет за стол. Но если у него не получится до 20 января, то есть Украина же до может 20... использовать... До 20 января он точно не сядет, потому что не с кем садится ну даже после, например, ну вот условно сегодня 20 января, Курская область не контролируется полностью российскими войсками. Вот как это может Украина использовать и какой это удар для Путина самого? Вы понимаете, если Трамп договорится с Китаем, я вам да. сейчас гипотетически угу. э, э, ситуацию просто, в которую я не верю, ну допустим, да, происходит неожиданный поворот, Трамп и все договариваются о чем-либо, о какой-то глобальной партии. Никто у Путина спрашивать особо не будет в этой ситуации. Поэтому будет он садиться, не будет он садиться за стол переговоров в Китае, вот так вот отключают, э, так сказать, по, по, в течение там нескольких дней э, весь импорт в Россию. И все. Поэтому там, там будет с позиции силы разговор. Вот. А может быть не договориться. Подчеркиваю, настолько все мы... Э, <связывая> не понимаем и не знаем, и настолько это все неопределенно сейчас, вот, что обсуждать только желание или нежелание Путина это бессмысленно, потому что в не... при некоторых раскладах у него не спросят даже. <связывая> <связывая> а Китай заинтересован в остановке войны, как вы это видите сегодня? <связывая> Китай заинтересован в новом а, порядке мировом, да, где, скажем так, его политическая роль в мире. Будут масштабы, да, этой роли. Масштабы будут соответствовать масштабам экономики. Вот чего пока нету. Потому что Китай это экономика номер два, но по влиянию в мире это явно не номер два, да. Это э, с, с большим отставанием. Mm -hmm. Потому что страна с влиянием номер два в мире давно бы уже Тайвань баджал. Они этого сделать не могут. Вот, соответственно, ну я как пример говорю. А, значит, глобальная сильно поменялась. Да, уже все далеко не так, как было после Второй мировой войны, когда глобальный Запад владел там, я не знаю, какой долей сейчас не помню, Да но явно в сильно меньшей долей ВВП, в ВВП, мировом ВВП, чем, чем сейчас. А сейчас уже Китай, юг это все серьезные игроки. Вот. А политическая, геополитическая как бы, система, она этому не соответствует. Вот. Поэтому Китай не про Россию и Украину будет разговаривать с Америкой. Китай будет разговаривать про всякие разные санкции против китайских компаний, допуск на рынке, там, в каких-то геополитических вопросов и прочее, прочее. Вот чего нужно Китаю. Не думаю, что пойдет на этот Трамп, скорее всего, наоборот, будет делать все, чтобы эту роль принизить. Вот, а тогда возникает много всяких разных вариантов. Но мы посмотрим а, там, ближе к концу января будет хотя бы понятное направление. Дмитрий Геннадьевич, спасибо вам огромное, Дмитрий Гудков, российский оппозиционный политик. Друзья, обязательно напишите комментарий под этим видео, поставьте нам лайк, подпишитесь, если вы до сих пор не с нами. Берегите себя, всего хорошего. Да, счастливо.